Дорогие телезрители, мы начинаем очередное заседание дискуссионного клуба Казанского университета. И тема нашей сегодняшней программы – Китай, Китай как предчувствие, возможности и риски. Мы взяли эту тему, потому что у нас в студии присутствуют эксперты. Я их сначала представлю. Это, во-первых, Альфия Рафисовна Алиакберова, директор Института Конфуция, заведующая кафедрой алтаистики и китаеведения Института международных отношений КФУ. Аблаев Эльдар Мансурович, профессор, доцент кафедры доктор экономических наук, представитель кафедры территориальной экономики Института управления экономикой и финансов КФУ. И Кох Игорь Анатольевич, профессор, доцент кафедры финансовых рынков Института управления экономикой и финансов КФУ. Также у нас присутствует Рустем Равильевич Мухамедзянов, представитель кафедры алтаистики, кандидат исторических наук, правильно же понимаю? Института международных отношений КФУ. И начну я наш дискуссионный клуб с такого момента, вопроса. В 2014 году в России было объявлено о стратегическом развороте на восток, о стратегическом партнерстве с Китаем, в пику с глобальным Западом, в то время отношения с которым резко обострились. Этот исторический период новый, да, Татарстан пытался воспользоваться такой возможностью, и было объявлено, были несколько попыток, было много разговоров и проектов, которые предполагают, что Татарстан сделает дверьми, воротами Китая в европейскую часть России, экономическими в первую очередь. Вот. Я хочу поговорить вот о чем. Вот этот разворот в сторону Китая. Ведь до него, до 2014 года, отношения к Китаю со стороны правительства России, властей России были очень осторожны, именно экономические отношения, хотя политически развивались бурно. Какие-то совместные проекты, связанные с производством в России, инвестиций экономических в российское производство, в российские технологии, они относились к ним с подозрением. Что изменилось? Что изменилось и насколько это оказалось оправданным? Я этот вопрос, в первую очередь, наверное, к экономистам нашим. Спасибо за вопрос. Но прежде всего мы должны начать с герба России. Вспомним, что двуглавый орел, одна голова смотрит на запад, а другая — на восток. Поэтому ставить вопрос о том, что мы развернулись к востоку, не совсем верно, потому что 65% экспорта уходит в Европу, и этот объем экспорта растет по нефтегазовому сектору, по продовольственной группе. Объем торговли с Китаем у нас сейчас на уровне 100 миллиардов долларов, по США, у Китая и США 650 миллиардов, в 6 раз больше. Тем не менее, конечно, попытки развернуться в сторону Китая у нас были и есть, остаются. То есть ежегодно руководство России заявляет о том, что мы друзья, мы стратегические партнеры, и это правильно, потому что Китай – это очень мощное, динамично развивающееся государство. Они начали в гораздо худших условиях в 1979 году, чем у нас. Они были на нуле. Сейчас они, если из расчета ВВП по паритету покупательской способности, они первое место в мире занимают. Это 23 триллиона долларов уже. Второе место — США. То есть если мы смотрим юань по соотношению к другим валютам, то они первые, а не США. Поэтому, конечно, мы обречены на сотрудничество с Китаем. В каких областях? Это уже вопрос открытый. Было время, когда они у нас покупали оборудование, новейшие инновации. А теперь настало время, когда мы у них покупаем и просим оборудование по всей линейке отраслей, и это очень печально. Скажите такой момент. Почему до 2014 года очень осторожно относились к экономическим проектам Китая в России со стороны федерального правительства? Вот даже в Татарстане были попытки организовать сборочное производство китайских автомобилей, это все закрывалось на раннем этапе. Мне довелось работать с советником Кагогина Сергея Анатольевича, когда он был зампремьер-министра, и у нас был такой разговор. Он уже переехал на КАМАЗ, мы встретились в кабмине, и он мне говорит: мне некому работать на главном конвейере. У меня нет рабочих,
я хочу завести 5000 китайцев. Я был в шоке и сказал, а давайте, Сергей Анатольевич, завезем уйгуров. У нас западно, не у нас, а у них около 15 миллионов уйгуров, которые говорят практически на татарском языке. Вот их можно на КамАЗ-челны привезти. Он посмеялся, и этот вопрос у нас как бы ушел. Тем не менее, проблема остается не только в Челнах, в Казани и во всех городах некому работать в производстве. Молодежь не хочет идти на завод, на станки, стоять у станка. И это большая проблема, она частично решается мигрантами. И вот Китай на этом фоне, конечно, выглядит очень перспективно. Мы видим по Елабуге, как они заходят к нам по производству и стараются усиливать, наращивать как бы свое присутствие здесь. Но мы должны понимать, что если тысячи китайцев приедет в Казань и в Челны, через 10 лет это будет Чайна-тауна. Мы должны это понимать, поэтому здесь коллеги востоковеды меня поддержат в этом смысле. В этом страх. Мы боимся засилия китайского влияния, конечно. Не только с точки зрения численности населения, но по всем параметрам. Культурным, экономическим, финансовым и так далее. Игорь Анатольевич, у вас есть что добавить? Во-первых, когда мы говорим о развороте на восток, нужно иметь в виду, что идет время. Да? Разворот на восток был декларирован в 2014 году, да, на фоне санкций и ухудшения отношений с Западом, но именно в последние годы сама ситуация и в Китае, и в России, и в мире поменялась. Действительно, как совершенно справедливо говорит Ильдар Марсурович, Китай стал высокотехнологичной державой. Китай стал производить высокотехнологичную продукцию, оборудование. То, чего мы не могли получить в Китае, допустим, 10 или 15 лет назад. И что мы вынуждены были получать в странах Европы, в США, в Японии и так далее. Сейчас ситуация поменялась, и мы можем позволить себе приобретать то, что нам нужно из технологий, именно в Китае. Это не связано ни с какими там санкциями и так далее. Просто время прошло, ситуация поменялась. Поэтому по этим направлениям сотрудничества мы, допустим, 15 лет назад с Китаем не могли сотрудничать. Сейчас мы можем. А во-вторых, Китай действительно стал первой экономикой мира. Китай испытывает все большую и большую потребность в сырье и в кое-каких технологиях, чего не было, допустим, 15 или 20 лет назад. Они не предъявляли такого объемного платежеспособного спроса, допустим, на энергоресурсы, которые они сейчас предъявляют. Да, и Китай сейчас является крупнейшим потребителем того же газа, нефти. Соответственно, сейчас появилась возможность сотрудничать с Китаем по этому направлению. И она не обусловлена какими-то политическими изменениями. Если говорить о глобальном тренде, то так или иначе мы видим, что глобальный тренд заключается в том, что ключевые игроки глобальной экономики перемещаются в Азию. Это Китай, Корея, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Япония и так далее. И постепенно сокращается доля и влияние Европы и США. И, соответственно, Россия тоже рано или поздно вынуждена была бы переходить к большему и большему сотрудничеству с азиатскими странами по сравнению со странами Запада. Политические события лишь стали катализатором, ускорили этот процесс. Объективный процесс. Да, а что касается, почему настороженно относились, да, действительно, я согласен, опять же, с Эльдаром Мансуровичем, но тут еще вот какой момент. Отношения с европейскими странами, США, уже сложились, они уже являлись традиционными. Бизнесмены, чиновники, руководители разных рангов понимали, как работать с европейцами, как работать с американцами.
Работа с китайцами – это абсолютно новая сфера, к которой многие были не готовы, многие не понимали, как вести переговоры, как договариваться, в чем уступать, а на чем настаивать. Просто не получалось. Да, когда наступила политическая необходимость, да, надо начинать как-то работать, надо начинать этому учиться, надо начинать учиться работать с китайцами. Вот да, это некомфортно было, но а что делать? Хорошее замечание по поводу учиться, потому что нам позволяет перейти к одному вопросу, связанному с Казанским университетом. У Казанского университета налажены контакты с Китаем, с другими университетами Китая, возможно, на правительственном уровне. И я хочу об этом услышать от директора Института Конфуция и заведующей кафедрой алтаистики и китаеведения КФУ, от Альфея Рафисовна. Расскажите, вот за 4-5 лет, берем пятилетие с 2014 года, да, вот что изменилось, насколько интерес возник? Вот учиться, вот это слово «учиться», которое прозвучало. Вы почувствовали эту потребность в своем кармане, в конце концов, в своем объеме работы? Там? Добрый день. Я бы хотела еще вначале продолжить дискуссию о том, что действительно несколько лет назад в Татарстане была проблема не только в кадрах, которые будут работать на заводе, была проблема в том, что нет переводчиков, которые могли бы, не было того связывающего звена, который бы осуществлял дискуссию между китайской стороной и российской стороной. Сейчас мы готовим уже и переводческие кадры, и педагогические кадры. Да? Сейчас наши студенты уже прекрасно владеют, у них прекрасный уровень китайского языка для того, чтобы мы смогли уже осуществлять коммуникацию, да, на хорошем уровне и договориться. И когда вы говорили о том, что у нас есть некие общие связи, в том числе языковые и культурные, я бы тут хотела сделать небольшую ремарку, в том плане, что тюркоязычное мусульманское население Китая — это всего лишь там 1/100 часть, да, всего китайского населения. И оно по менталитету и по языку очень сильно отличается от нашего. И проблема ведения бизнеса между Россией и Китаем в том числе заключается в том, что мы не понимаем, как вести бизнес с китайцами. То есть это совершенно другая культура, совершенно другой менталитет. И наши студенты, востоковеды, международники, лингвисты, которые изучают Китай, изучают культуру, историю, язык, они как раз-таки являются теми экспертами в этой области, теми людьми, которые в будущем помогут наладить более тесные, более, как сказать... К вам обращается сейчас бизнес, представители бизнеса, представители правительства, чтобы участвовать в каких-то переговорах? Как раз-таки наши выпускники сейчас, вот Аида Демьянова является одним из ведущих переводчиков в Республике Татарстан. То есть она переводит президенту, переводит, в аппарате президента работает. То есть все переговоры на высшем уровне осуществляются через наших выпускников. Вы знаете, я помню времена, когда знание английского языка являлось уже профессией. То есть это конец 80-х, начало 90-х годов. Просто человек, который знает английский язык, он мог идти работать, и у него была профессия. То есть он уже с голоду не умер, потому что страна открывалась миру, нужны были переводчики, языка многие не знали. Сейчас английский язык, повсеместный, молодежи практически поголовный. Можно сказать, что знание китайского языка сейчас тоже профессия? Это тот этап, когда знание китайского языка — профессия. То есть знать китайский язык, и можно уже с голоду не умереть, и там неплохо жить. Там. Язык — это не профессия, язык — это инструмент для осуществления другой деятельности. Но человек, который владеет китайским языком, естественно, сейчас уже без работы не останется. Это мы можем сказать 100%. То есть сейчас очень много контактов, очень много и китайских фирм, и российских, татарстанских, казанских, да, которые обращаются к нам, обращаются к нашим студентам в том числе для того, чтобы помочь им в работе. И я бы хотела сказать, что сейчас речь идет о том, что то есть сейчас берут на работу даже наших гуманитариев с сознанием китайского языка на такие, достаточно специфическую работу, в том числе, например, и
в области экономики, но с хорошим знанием китайского языка, потому что говорят, что проще научиться чему-то другому, чем выучить китайский язык на хорошем уровне. Китайский язык достаточно сложный, и поэтому, в принципе, это вот оправдано. То есть за полгода, за год они получают дополнительные компетенции, да, но в то же время они знают хорошо китайский язык. То есть у нас тоже есть уже такие случаи, когда наши выпускники, так скажем, переквалифицируются на уровне, например, магистратуры, уходят совершенно в другую сферу, но продолжают работать с Китаем. Как отражается вот этот интерес и экономические возможности знания китайского языка, владения китайским языком, как отражается на ваших абитуриентах, на ваших конкурсах, на магистрантах? Можно сказать динамику, да? Насколько интерес большой к тому, чтобы пойти учиться китайскому? Ну вот, можно даже взять в динамике уже не 5 лет, а в 2000 году у нас образовалось Институт востоковедения, как раз, кстати, мы находились вот в этом здании на первом этаже. У нас была единственная группа с китайским языком, востоковеды, было 7 человек. Если сейчас брать данные по 2014-2015, например, учебный год, китайский язык у нас в институте изучало около 380 человек. По последним вот набор вот этого года, с учетом набора вот этого года, 18-19, только в нашем институте китайский язык как первый, второй язык изучают 750 человек. То есть за 5 лет, если берем 14, 15, 18, 19, это увеличение в 2 раза. И конкурс на те направления, где будут изучать китайский язык, он один из самых больших. Мы думали, что как раз года 2-3 назад мы пройдем сейчас этот пик и будет некий спад, но спад не произошел. Я хочу такой момент немножко вернуться в историю. В 18-19 веке татары, мы живем в Татарстане, являлись главными посредниками, по сути, монополистами в торговле с Китаем, Российской империей. То есть тому способствовала близость культурная, этническая, языковая, религиозная, в первую очередь, конечно, с теми народами северными, потому что заход шел через Среднюю Азию. И, по сути, чай, который стал национальным напитком России, это был при посредничестве, короче, татарских купцов, был завезен оттуда. Шелк, очень много татарских купеческих фамилий на этом бизнесе очень сильно разбогатели. И более того, наши татары поучаствовали в знаменитой истории с поставками опиума в Китайскую империю, тогдашнюю Цинскую, да, только в отличие от англичан, французов, индусов, которые являлись основными поставщиками, которые перевозили опиум на судах, и, соответственно, большой объем у нас на верблюдах. И Макаревская ярмарка в середине 19 века была крупнейшим центром продажи опиума в России, так, в Российской империи, как ни странно. Да? Вот этот я прочитал очень много, готовясь. К чему я веду? К тому, что когда Татарстан... возможно ли повторение, условно говоря, если вот эта аналогия историческая, что мы возвращаемся к нашей там старой древней миссии, быть посредниками между Китаем и Российской империей. Вот. И Татарстан, нет ли это ощущение, что Татарстан вот с этой миссией как бы немножко ходит, машет флагом или пытается ее восстановить? В принципе, постановка вопроса совершенно правильная. Татары, мы с Алтая, Алтай рядом с Китаем, и тюркские корни культуры очень близки китайским. Было время, когда я занимался выставками вооружений по линии кабинет министров и всегда брал с собой татарские песни и включал их на экспозициях. Мы были в Джухае, это рядом с Гонконгом и Шэньчжэнем, и подошел министр обороны Китая, играл татарская музыка, сандугач и так далее. Он встал, стоял час, говорит, вот это народная песня китайская такая-то, вот эта народная песня такая-то. То есть я говорю, одну минуту, это говорю, наши татарские песни. Это говорит, нет, он говорит, это наши песни. Вот пример того, что мы настолько действительно близки, и у нас очень много китайских студентов учатся. И когда смотришь в зал, наши девушки с Мамадыша и со Знакая, и китайские девушки, они, в принципе, не отличаются по генотипу.
То есть и на генетическом уровне у нас как бы сама судьба нас зовет с китайскими партнерами работать. Поэтому я полностью поддерживаю нам как бы работать и работать вот по всем направлениям. Такой. Вы сказали, что министр обороны Китая слушал татарскую музыку и узнавал не музыку свою народную. Да. А вот эти вот элементы, они помогают в бизнесе? Вот условно говоря, они вам купили вооружение, пообщавшись, потому что я понимаю, что помимо объективных вещей, очень много субъективных вещей есть, и человек, которому что-то тронуло в душе, он на контакт намного лучше, легче идет. Вы знаете, Китай — это закрытый тип культуры. Они веками развивали самоизоляцию, вплоть до того, что чужак, который заходил на их территорию, ему отрубали голову в средние века. Поэтому вот эта изоляционная культура закрытого типа, она сохраняется. Они очень жесткие прагматики. Никакой доброй души у них там нет, мягко говоря. Они жесткие переговорщики. То есть татарской музыкой их не взять? Татарской музыкой взять их бесполезно, но у них есть элемент того, что да, они понимают, что мы близки. И когда приезжал Син Цзиньпина, был до этого генеральным секретарем, был в Казани, он сказал, везите меня в Казанский университет, я хочу музей Ленина посмотреть. А мы музей Ленина тогда как раз закрыли. Было стыдно перед ним, это было лет 5 тому назад. Но сейчас уже все восстановили, потому что китайцы потребовали. Поэтому, что касается покупки наших вооружений, они скопировали всю линейку наших вооружений. То есть их путь модернизации Китая – это копирование, мягко говоря. А жестко говоря – это воровство. Поэтому вчера Трамп дал, грубо говоря, по голове Huawei компании и предъявил им претензии 17 пунктов, что они воруют технологии у американцев, но они и у нас воруют технологии, потому что в России есть что предъявить, есть что продать китайцам по уровню высоких технологий, в первую очередь вооружений. Поэтому китайский путь модернизации очень своеобразный. И с ними тоже нужно быть очень осторожным. Они у нас покупают для того, чтобы скопировать. Мы сейчас покупаем у них то, что они скопировали у голландцев. Грейдеры, трактора, немецкие машины, они скопировали это автомобили. Теперь китайские. Оборудование, вся линейка немецкая, это Siemens или General Electric. Поэтому мы должны понимать, что когда мы что-то покупаем у Китая, мы должны видеть, что это копии западных аналогов. В этом нет трагедии, трагедия в другом, что мы похоронили свое станкостроение за эти 20 лет. Поэтому мы сейчас наращиваем быстро-быстро микроэлектронику, и кое-какие успехи у нас в Зеленограде, в Москве, в Казани есть прорывы по высоким технологиям, и нам есть что продать Китаю. То есть не все так плохо, что вот мы отстали, а Китай впереди. Мы за счет мозгов, а талант не пропьешь, как говорится, поэтому мы можем сотрудничать с Китаем на равных по многим позициям, не только по сырью. А вот у меня вопрос опять к представителям Института Конфуция. Китайские студенты. Сейчас достаточно много, просто визуально видно, что достаточно много китайских студентов в Казани. Они через вас как-то проходят? Или это все-таки вы не отношения к этому не имеете? Нет, мы отношения к этому не имеем. Они приезжают изучать в основном. В основном это студенты, которые приезжают изучать русский язык. Ну или на подготовительных курсах по изучению русского языка. И они все проходят через департамент внешних связей, как абитуриенты. А к чему я вопрос хотел задать? И владитель информации, условно говоря, вот вы сказали, интерес к китайскому языку в динамике за 20 лет, да, вы показали колоссальный рост. А можно ли такую динамику показать по количеству китайских студентов, которым интересен русский язык, изучающих, вот, ну, за 20, за 5 лет, да, вот сейчас и тогда? Можете примерно хотя бы сказать? Ну, динамика тоже достаточно большая. Сейчас конкретно цифры прям вот точно-точно не скажу. Но где-то в 2012-2011 году этих студентов тоже было человек 100. Да? А сейчас в этом году, по-моему, по последним данным, у нас около 700 или 800 студентов из Китая в Казанском федеральном университете в целом. То есть на разных специальностях, это и подготовительный факультет, это и бакалавриат, и магистратура, и в аспирантуре они есть. То есть это в целом. Что Китаю интересно? Когда наша молодежь идет учить китайский язык, понимая, что знание китайского языка, они становятся посредниками между бизнесом, между властью Китая и России, да? А китайские студенты, что влечет знание русского языка? Зачем им это? Но
Но они также понимают, что отношения между Россией и Китаем развиваются и имеют большие перспективы в будущем. К нам в основном приезжают студенты изучать русский язык, культуру, историю для того, чтобы также работать в международных компаниях, которые связаны, у которых бизнес России. Да? Очень много студентов из восточных регионов Китая, которые граничат как раз с Российской Федерацией. И, в принципе, там общность вот эта вот культура, она, в принципе, очень явно выражена. Есть студенты, я так понимаю, в Институте экономики, и физикой они увлекаются, и на юридическом факультете у нас есть китайские студенты. То есть, в принципе, их привлекает Казанский федеральный университет. В данном случае привлекает больше, во-первых, у нас даже несколько лет назад проходил такой социологический опрос, да, и они говорили о том, что Казань и Казанский федеральный университет их привлекает, во-первых, своим именем, да, что все-таки это один из топовых ведущих университетов России, но в то же время ценовая политика у него достаточно мягко, да, несравнимая с ценами в Москве и в Петербурге. И в то же время они гордятся тем, что как раз, как вы говорили, это университет, в котором учился Ленин. То есть это для них, это очень важно. Да. То есть они помнят, для китайцев очень важна культура и своя история. То есть они всегда помнят свою историю, своих предков. И в данном случае как бы такие выдающиеся личности, которые учились в Казанском федеральном, в Казанском университете, для них это очень, очень показательно. Я могу дополнить. У нас в институте управления экономики и финансов лет 5-6 назад китайских студентов не было. Вообще. Ни одного. Сейчас почти в каждой группе есть китайские студенты, то есть из любых произвольно выбранных 25 человек, там 1-2, а то и 4 китайца, да. То есть они довольно активно интересуются экономическими специальностями, да, финансовый менеджмент, и просто экономика, и магистратура, и бакалавриат. Многие из них уже сейчас работают здесь, где-то в китайских компаниях или в наших компаниях, работающих с Китаем, либо собираются работать здесь, в России, либо работать в компаниях, которые связаны с Россией. То есть это действительно я могу только подтвердить. А скажите такой момент. Вот университеты, которые уровень примерно с КФУ, да, в России, а там такая же картина с китайскими студентами или нет? Вы можете об этом сказать? Потому что... Я не в курсе. Я почему спрашиваю? Потому что есть какая-то особенность, которая привлекает, ну, помимо Ленина, да? Или это наша какая-то фишка, наша... вот то, что я говорил, что дверь Китая в Россию, да, вот через Казанский университет. Насколько я знаю, я читал, довольно большое количество китайских студентов учатся, собственно, в приграничных. Это понятно, просто логистика. В приграничных областях, насколько я помню, в Новосибирске, довольно много китайских студентов. Они очень активно там приезжают. Ну, Дальний Восток, само собой, то есть Владивосток, Хабаровск — это довольно большое количество. То есть вот, кстати говоря, это в продолжении разговора о том, что Татарстан может быть лидером в налаживании отношений с Китаем. К сожалению, сейчас не Средневековье. Сейчас есть и другие регионы, которые гораздо ближе территориально к Китаю, приграничны с Китаем, и, соответственно, они имеют гораздо более высокий, наверное, приоритет в развитии отношений с Китаем. В европейской части России, наверное, да, мы можем претендовать на какое-то лидерство, но на самом деле есть огромное количество приграничных территорий, либо территорий, скажем так, близких, там, это и Забайкальский край, это и Иркутская область, и Алтайский край, и Новосибирск, и Омск, и Амурская область и так далее. Ну, по всему югу Сибири это регионы, которые активно ориентируются на Китай, гораздо, наверное, более активно, чем Татарстан.
который традиционно все-таки ориентирован был, как и вся европейская часть, на Европу. Хотелось бы добавить, что присутствие китайских студентов в каждой группе усложняет наши лекции, потому что хочется покритиковать их и поругать китайцев, а они сидят, смотрят и очень болезненно воспринимают критику, поэтому начинаешь думать, а что же сказать в их присутствии, потому что это проблема. А проблем в китайской экономике очень много на самом деле. Там огромный кредитный пузырь сейчас назрел. Это токсичные кредиты. Сейчас у них там под $1.5 триллиона, по-моему, Альберт, не даст соврать. Там на уровне муниципалитетов. То есть они набрали кредиты, а сейчас возвращать никто не собирается. И там этот пузырь лопнет, как, может быть, в этом году, а может быть, на будущий год. И мало никому не покажется, потому что они, это волны вот этого пузыря, кризис, финансового кризиса, они будут и на нас отражаться тоже. Проекты Китая в Татарстане. ХАЭР, да, вот это самый известный проект. Но на самом деле достаточно много заявлялось проектов. Я просто по памяти помню, связан с агропромышленным комплексом, да, с высокими технологиями, сборкой автомобилей здесь. Почему сработал только пока один проект? И почему он сейчас работал? Потому что, почему я этот вопрос задаю? Большой страх существует, что если китайские производители сюда придут, они вытеснят наших с рынка. И даже на примере ХАЭР мы видим, что в Зеленодольске были волнения определенные, потому что Зеленодольский завод Свияга, который выпускает холодильники, тут приходит очень крупный производитель, который готов, ну, там, по-моему, треть или четверть рынка российского закрыть, плюс экспортировать по технике бытовой. И понятно, что там определенные волны беспокойства есть. Тем не менее, почему, несмотря на эти опасения, наши пригласили сюда ХАЭР, а во-вторых, почему другие проекты пошли не так пока хорошо? Я думаю, главная причина того, что это жесткие условия китайских партнеров. Они нам говорят, мы даем вам деньги, инвестиции, оборудование, но наши специалисты должны делать пусконаладочные работы и сопровождать этот проект. То есть они навязывают нам количество своих рабочих ИТР, чтобы они были здесь и контролировали. В этом есть действительно опасность, что мы по численности очень быстро их потеряем свою национальную идентичность. Потому что если 1000 китайцев приезжает, через 2 года приедут их родственники, надо все это умножать на 10, а потом на 20. И это произойдет очень быстро. Поэтому мы не успеем оглянуться, это будет большая проблема. Другая проблема. В Китае демография очень интересная. У них женщин меньше, чем мужчин. У них невест не хватает. И там разница десятки миллионов человек. Не хватает женщин. Они говорят, вот Россия, езжайте туда. А у нас 60 миллионов женщин всего. И вот здесь мне хотелось бы отметить китайскую специфику. 1.5 миллиарда – это чистое вранье. Это вранье китайской статистики. Они специально со времен Конфуция нас всех пугают. Нас много. Наши аналитики Генштаба, Министерства обороны провели анализ. Реальная численность китайцев не 1.5 миллиарда. 670 миллионов внутри Большого Китая. Из них 70 миллионов живет в городах и 600 миллионов в деревне. Это сельские жители. Остальные 350 миллионов – это хуацао, это те китайцы, которые живут по всему миру. Малайзия, США, Европа, Африка и так далее. Поэтому реальная цифра китайского населения – это 1 миллиард, а не 1.5. Это блеф. То есть это их политика, они говорят, нас много, бойтесь нас. И психологически они пытаются нас продавливать. Но есть еще одно слабое место китайцев, не только с точки зрения блефа. Они не любят холод, они любят тепло. Поэтому, когда им говорят, езжайте в Россию, вот, если им прикажут, они поедут, да, понятно. А добровольно они любят ехать на юг, это их любимые места, это Вьетнам, Юго-Восточная Азия, это традиционно их психологические установки. Холод они, им некомфортно. То есть те страхи, которые в свое время транслировал, например, Сергей Михалков в своем знаменитом выступлении о угрозе вооруженного конфликта России с Китаем, и где Китай побеждает там, ну, одной левой, и мы просто тихо быстро сдаемся, она связана с тем, что она отсутствует хотя бы потому, что им не интересен с климатической точки зрения эта территория.
Интересна наша Сибирь, интересен Байкал, они все считают их. Я видел китайские карты, мне холодный пот прошибал. Мы были на переговорах с замминистром гражданской авиации, у него висела в кабинете карта, и мне стало страшно, потому что вдоль границы с Советским Союзом и с Россией, как кровеносные сосуды, к нашей границе подходят железнодорожные ветки. Не останавливаются там. Да, и останавливаются. То есть понятно, что на любой военный конфликт они, как муравьи, пойдут сюда. Поэтому там очень все непросто. Это известно, в общем-то, известный факт, неважно там сколько населения, но абсолютное большинство населения Китая сосредоточено в юго-восточных областях Китая, где действительно огромная плотность населения, при этом северная часть Китая и восточная и западная часть Китая, она практически мало заселена. Там плотность населения достаточно низкая. Жить китайцы в Сибири не будут, безусловно, это им не надо. Понятно, что им хочется контролировать ресурсы, да, но жить, заселять эту территорию они все равно не станут. Если прикажут, станут? Нет, если прикажут, то да. И то, скорее для того, чтобы захватить и оставить гарнизоны для контроля. Все. То есть заселение этой территории однозначно не входит ни в какие планы. А контроль? Контроль, да. И контроль этот может осуществляться не только там, прямым вторжением, но и через чисто экономические правовые соглашения, как это зачастую и происходит, совместное предприятие, приобретение собственности и так далее. Вот этого, собственно, и стоит опасаться. То есть контроль без вторжения. То есть поставить под контроль ресурсы, не беря под контроль территорию и население, которые их не очень интересуют. Альберт Бекбов, журналист. Вот у меня вопрос нашим уважаемым экономическим профессорам. Вот мы уже 4 года живем под санкциями. И были очень большие ожидания того, что у нас будет поворот на восток. И, соответственно, главным образом Китай, он нам поможет преодолеть недостаток капиталов, будет активно инвестировать, но этого не произошло. И то, что мы сейчас видим, у нас началось сближение с осью Москва-Токио, то есть уже и разговоры о Курилах идут, и все прочее в пику Китая. Есть раздражение, я так полагаю, у нашего высшего руководства о том, что все-таки Китай не помог нам преодолением санкционного иго. В чем вопрос? Вопрос в том, что оцениваете ли вы вообще, нужно ли нам вообще сотрудничать с Китаем, если они так себя повели? По поводу того, что они себя повели. На самом деле, те проблемы, с которыми столкнулась Россия, это не проблемы Китая. Да? И Китай, собственно, не собирался решать наши проблемы. Китай, он делал ровно то, что делал и раньше. Это мы почему-то рассчитывали на то, что китайцы пойдут на какое-то там расширение сотрудничества, на что-то дополнительное сверх того, чего они раньше делали. То есть они как в стратагеме сидят и ждут, когда мимо проплывет труп врага. Нет, так они, собственно, сотрудничали с нами до 2014 года. Сотрудничали. Сейчас сотрудничают. Что-то появляется интересное, значит, они это принимают. Если им не интересно, не принимают. То есть они не пытаются помогать нам. Ну, то есть они занимаются своей нормальной жизнью экономической и политической. И то, что мы от них ожидали некой дополнительной помощи и участия, это просто мы зря ожидали. Вот и все. А то, что мы начинаем демонстративное сотрудничество с Токио или еще с кем-то. Ну, это нормальная ситуация в мире, когда выстраиваются некие противовесы
для того, чтобы не допустить доминирования той или иной страны в каких-то отношениях. Понятно, что для там, американцев в свое время, во время холодной войны, Китай был противовесом России, Советскому Союзу. Да? Для нас сейчас Китай — это противовес Западу, а Япония — противовес Китаю, ну и так далее. Это тоже, в общем, нормальная ситуация, тут ничего такого сверхъестественного нет, это, по-моему, обычный политический процесс, который всегда существует. Да, можно добавить, что с китайцами обижаться бесполезно, и здесь есть свои интересы, они свои интересы жестко блюдут, у нас тоже есть свои интересы, поэтому работать мы будем обречены как соседи. Другой вопрос, на каком уровне был иероглиф, когда я был в Китае, иероглиф «Россия», у них изображался так: много, большая территория, мало народу. Сейчас появился новый иероглиф по поводу России: младшая сестра возвращается домой. Это мы. Мы возвращаемся к ним, кому куда, в Срединную империю. То есть они считают себя нацией номер один. Поэтому они нас не считают равными партнерами. Мы младшая сестра. А по конфуцианской психологии и по философии семьи, то есть они старше, получается. Поэтому они нас блокируют по банковским операциям сейчас. Мы пытались китайские банки привлечь, они нам сказали нет. То есть они участвуют в санкционных действиях США. А с американцами работают на равных, потому что у них уже сравнялись они по уровню ВВП. И Трамп их начинает бить по инновациям, правильно делает, потому что они продолжают воровать. А у нас они воруют, они говорят: дайте нам ультразвук, вот это вот новейшее вооружение, давайте. Мы им говорим: нет. Ту-160 продайте, наш казанский. Они, мы говорим: нет, потому что там 14-кратных ракет подвешивается, взлетает самолет, и Вашингтона нет, предположим. То есть там дальность. Мы им можем Ту-22 продать, вот с учетом вашего вопроса, перспективы сотрудничества Татарстана, по вооружениям мы с ними можем работать и работаем до сих пор. То есть там есть вертолеты, конечно, наши, они все уже скупили, теперь они все скопировали, им теперь наш вертолет не нужны, поэтому в том числе казанский вертолетный и просел, в том числе. Да, вот этот вопрос, который сразу возникает. Сейчас, наверное, если говорить опять же о перспективах сотрудничества, то неожиданно открылись огромные перспективы, хотя, в общем, ожидаемо, наверное, огромные перспективы в нетехнологическом экспорте. Да, в первую очередь сельхозпродукция, да, то, чего никогда Россия в Китай не экспортировала. А сейчас на фоне резкого роста уровня жизни и уровня потребления в Китае, Китай столкнулся с просто катастрофическим дефицитом продовольствия, то есть базовых таких продовольственных товаров, дефицитом производства на своей территории. Они являются крупнейшими импортерами продовольствия в мире, одним из крупнейших импортеров. И на фоне возрождения сельского хозяйства в России как раз Россия может иметь такого покупателя под боком в отношении зерна, сахара и других, мяса птицы, там, в общем, многих таких вот базовых продовольственных товаров, которые в какой-то, которые, опять же, ситуация меняется. 15-20 лет назад Китаю это было не нужно. Они обходились своими силами. Сейчас это им нужно. Вместе с тем мы сами 15-20 лет назад все это импортировали. Сейчас у нас есть возможность это экспортировать, у нас достаточно собственного производства для покрытия внутренних потребностей. Вот это тоже очень серьезная перспектива. Очень серьезная перспектива, потому что продовольственный рынок Китая — это, ну, практически бездонная бочка, которая может быть обеспечена тем, что производится на огромных неиспользуемых площадях сельскохозяйственных в России. Здесь надо иметь в виду, что Китай — это всеядная культура. Они едят все, что шевелится. Они беднейшие слои ели мышей, крыс, собак и кошек. И вот сейчас они подняли свой уровень жизни, они начали предъявлять спрос на куриные лапки.
У них это очень популярный суп из куриных лапок. А у нас это труба, у нас во всех птицефабриках куриные лапки выбрасывают. Поэтому это очень интересный бизнес. Китай купит все, все, что у нас есть по продовольственной группе. А это уже как-то развивается бизнес? Уже пошли миллиарды? В том, что Китай дошел до того, что он запретил ввоз китайских, российских куриных лапок на свою территорию. Они боятся демпинговых цен, потому что мы их начали... Так как у нас птица поднялась, объем производства птицы, мы впервые вот за последние 10 лет, кстати, единственная позиция по импортозамещению, которую нам у нас удалось провести в России. То есть сельское хозяйство у нас развивается 23-24% темпа экономического роста. Очень хороший показатель. И у нас птица сейчас своя. Мы полностью по свинине и по птице затарились. Эти куриных лапок у нас море. И китайцы теперь испугались, что мы сбросим цены, а у них это деликатес. Мы с вами, ну, суп из куриных лапок никто из нас, я думаю, кушать не будет. Они это с удовольствием делают. Ну а теперь они заградительные пошлины ввели, они не пускают наши лапки куриные на свою территорию. Это только контрабанды. То есть у меня знакомые хабаровские ребята, они контрабанды возят куриные лапки через Харбин, Хабаровск-Харбин, у них там мост теневой. Теневая экономика процветает. Скажите, Альфера Фисовна, вы можете сказать, вот экономисты говорят, жесткие переговорщики, кто общался непосредственно с ними, а вот вы общаетесь со студентами, да, общаетесь с людьми, которые не связаны с экономикой. Вот эти ментальные отличия, они сильно заметны. Вот наши студенты, китайские студенты, чем они отличаются? Китаец, соотечественник, можно что-то на эту тему поговорить? К чему готовиться обычному человеку, встретившись с китайцем? На самом деле, как я уже говорила, мы сильно отличаемся по ментальности, по культуре и по, ну вот, по тому, как они думают, размышляют и как себя ведут, в том числе и в обществе. Даже когда они никогда, когда ты в Китае, они никогда не примут, как вы уже тоже здесь отмечали, не примут иностранца к себе в близкий круг общения. То есть они никогда не откроются, это закрытая культура. И это бывает даже проблема, когда, вот, как говорят, 1, 2, 3 человека в группе сидят китайцы, да, то есть бывает очень сложно наладить коммуникацию, потому что они не скажут в открытую, что они думают. Они не скажут в открытую, какие у них проблемы. Они будут говорить, что да, у нас все хорошо, потому что, например, учитель для них как... Старший, так скажем, по званию, да? Да, и к нему надо относиться вежливо, уважительно, и все, что говорит учитель, надо исполнять. И наши студенты, естественно, они не такие, они более открытые. Если что-то им не нравится, они об этом говорят в открытую. У китайских студентов вот есть такое отличие. Ну, в том числе, как мы тут уже тоже отмечали, когда они приезжают в Россию, они чувствуют здесь себя также достаточно оторванно, так скажем, от своей страны. И тут вот я знаю, что департамент внешних связей наш работает в плане адаптации китайских студентов для того, чтобы они ну, вот раскрепостились, открылись и понимали, как себя вести здесь у нас с нашими студентами. Какие наиболее такие, ну, для вас необычные черты характера или поведения, или ну, культурных особенностей, которые, возможно, вас шокируют, да? Может, есть такие-то вещи? Для человека, которого вот они приехали недавно, и вот вы понимаете, что разные культуры. Да, такое есть, и причем для нас это действительно бывает некими шокирующими такими элементами. Например, китайцы чавкают, когда кушают, но это не говорит о том, что они себя некультурно ведут. Они таким образом показывают, что еда очень вкусная, и они говорят таким образом спасибо хозяйке, которая это все приготовила. То есть это вот, опять же, разница в менталитете. Да? То есть они могут, например, там, я не знаю, прокашляться, высморкаться, да, то есть прилюдно. То есть для них это нормально, это норма, а для нас же это, в принципе, ну, в обществе не совсем подобающее поведение. А такой вопрос. Министерство иностранных дел Китая, посольство Китая, как-то вы сотрудничаете с ними на предмет работы с студентами, с интерес к вам?
Да, мы уже много лет работаем с посольством Китайской Народной Республики в Москве. Неоднократно к нам приезжал посол Китайской Народной Республики, господин Ли Хуэй. Вот в 2017 году у нас было десятилетие Института Конфуция, и были мероприятия, связанные с проведением международного форума по китаеведению. Как раз вот он два года назад последний раз был в Казанском университете. И в прошлом году у нас официально открылось Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани. И генеральный консул — частый гость нашего Института международных отношений. Он приходит и читает и открытые лекции для наших студентов-международников, востоковедов. У нас проходят такие же дискуссионные площадки. Да? Очень часто участвует в наших научно-образовательных проектах. Так, например, при поддержке посольства и Ханбан, представительства в Китае, да, у нас открылся научно-образовательный центр «Синология», которые занимаются уже научными проектами. В 60-х годах прошлого века было обострение отношений между Китаем, Маоистским Китаем, тогда и Советским Союзом. И тогда впервые, когда это же две коммунистические державы, коммунисты с коммунистами не воюют, тогда считалось. И когда дело доходило уже до грани, были попытки наладить контакты, мы давайте разберемся. И тогда Мао Цзэдун высказал встречное предложение. Он сказал, что да, давайте, но надо решить одну проблему, связанную с колониальным прошлым. Вот мы сейчас все боремся с колониальным прошлым, тут, с освобождением от стран от колониальной зависимости. Но по договору 1858 года петербургскому часть территории Китая, Цинского Китая, тогда отошла к Российской империи, и это является колониальным захватом. Давайте закроем эту тему. Просто поясню, эта территория — это Приамурье, Владивосток, Байкал. Ну, собственно, та дорога, которая была построена, КВЖД, вот Транссибирская магистраль, КВЖД немножко Манчжурии, да, это неправильно. Этот момент, он очень интересен, вопрос с экономикой. Почему с экономикой? Потому что в этот момент в Китае была очень тяжелая ситуация экономическая. В Китае были большие проблемы, связанные с их культурной революцией, с движением хувибинов, которые парализовали экономику Китая, по сути. Там творились, ну, по сути, беспорядки. Страна разделилась на враждующие группировки, которые воевали друг с другом, включая, используя стрелковое оружие, которое было похищено со складов Китайской народной армии. И чтобы отвлечь от тяжелой экономической ситуации, очень часто всегда есть соблазн немножко развернуть во внешнюю политику настроение, ум настроения людей, внимание отвлечь. Вот тогда это была разыграна карта советской угрозы. Вот, Эльдар Мансурович, вы говорите о том, что Китай ждут, возможно, ждут потрясения экономические, связанные с серьезными финансовыми, кредитными пузырями, которые раздуты на рынке. Не может так случиться, что если там экономика подсядет, просядет, а уровень жизни достаточно вырос в Китае, то, соответственно, тоже скажется на нем, на уровне жизни, на настроениях, вот этой монолитности такой, хотя бы внешней, ее уже не будет. И не возникнет ли желания эту неприязнь к руководству, да, которая, скорее всего, возникнет, транслировать куда-то вовне? И можем ли мы быть объектом этого направления, в которое трансляцию будет негатива транслировать, ну, уходить? Вопрос понятен. Вы знаете, в Китае очень много проблем, на самом деле, накопилось. И в ближайшие годы эти проблемы начнут взрываться, в том числе и кредитный пузырь. У них еще есть и свой Крым, это остров Тайвань, который для них тоже как бы красная тряпка. Они каждый год заявляют, что это он наш. И мы, Россия, говорим, да, мы согласны, он ваш. А американцы говорят, только попробуйте тронуть. То есть там очень интересные моменты назревают. И каждый год Китай проводит военные учения. Ракеты китайские летят над тайваньцами каждый год. В апреле в основном они начинают стрелять. То есть эта ситуация очень интересная. Есть Юго-Восточная Азия, Южно-Китайское море, острова Спратли, группа островов, которые Китай
нахальным образом захватила. Они уже построили там посадочную, взлетно-посадочную полосу. Поэтому эти противоречия будут нарастать, и напряженность международная, в том числе, они терпеть не могут вьетнамцев, например. Вьетнам очень сильно тоже хорошо развивается экономически. Индусов не любят, потому что индусы, это вот там-то 1 миллиард 300 миллионов, вот это реальная цифра у индусов. То есть Индия по численности больше, чем Китай на сегодняшний день. Поэтому в стратегическом плане Китай с точки зрения геополитики, он начинает вползать в очень большой конфликтную полосу. Еще один момент. Китай сам проводит колониальную политику по всему миру. Они нахально влезли в Африку. Они закидывают их деньгами. Они влезли в Латинскую Америку. Вот по Венесуэле сейчас вот больная тема. Мы 17 миллиардов вложили, а Китай 75 миллиардов долларов вложил. И тоже угроза потерь существует. Чтобы китайцев выкурить из Африки, американцы вынуждены были провести серию этих цветных революций. Они начали с Туниса, вспомните, да? Тунис, Ливия пошла, Египет, и добрались до Сирии. То есть вот это кровавое как бы колесо. А почему? А потому что Китай туда уже успел интегрироваться, они закидали деньгами этих арабских государств, в том числе и Каддафи. Они начали строить дороги, они строят больницы, они строят университеты, школы в Африке, скупают на корню местные африканские правительства, влезут сейчас в Южную Африку, это Зимбабве, это Танзания и Судан. То есть всю Африку, почему? Потому что там сырье, там медь, там кобальт, там редкие земельные металлы, там алмазы, там золото, там уголь. А Китай до сих пор на угольной генерации сидит. У них 65% угольной генерации, они задыхаются зимой, у них снег черный в горах. То есть еще одна больная проблема – это экология. Пекин превращается в пустыню. Там люди ходят в масках летом. То есть там, если самому дует ветер с пустыни, там он в конце концов будет закопан в пустыне, в песках утонет. Поэтому у них последние 30 лет они накупили старые технологии, европейские, западные технологии. Они грязные технологии, в том числе тут уголь еще свою роль вносит. Поэтому экология там очень нехорошая в Китае. Это тоже очень интересная проблема для них. Можно такой вопрос? Вот есть такая очень интересная история. Есть города-призраки в Китае. Их там уже количество измеряется десятками. И вы привели очень хороший пример, связанный со статистикой демографической Китая. И вот сейчас китайцы заставляют в этих пустых городах включать свет. Для чего? Для того, чтобы потребление энергии как альтернативный индикатор, потому что китайскому ВВП, расчетам китайского валового внутреннего продукта и другим статистическим показателям, уже не верят ни на Западе, ни у нас. И является ли это уже признаком вот это вот потемкинские эти, является ли признаком уже начавшегося кризиса в Очень Китае? Очень хороший вопрос, Альберт, спасибо. Это как раз материальное воплощение этого кредитного пузыря, потому что китайцы накачали деньгами муниципальные уровни, малые города, и вот они настроили эти дома, а крестьяне бедные, у них денег нет, на ипотеку они не тянут. То есть в отличие от России, все-таки мы, россияне, хоть там худо-бедно, ипотеку мы вытаскиваем, скрипим, страдаем, но тянем. А у китайских крестьян нет денег. Поэтому пустые города. То есть, может быть, кризис мировой гораздо страшнее, чем вот с американской ипотеки начался? Ну, поживем, увидим. Ну, насчет мирового кризиса не знаю, насколько. Тут очень сложно судить, потому что действительно статистика у них очень искаженная, но в 2008-2009 году, когда был глобальный кризис, китайское правительство просто выдало распоряжение компаниям, заводам, работать на склад, да, для того, чтобы люди были заняты, зарплату получали, показывать по статистике положительную динамику производства промышленного. То же самое касается и строительства, да, то есть строители заняты, строительная отрасль работает, все замечательно, дома строятся, то, что они никому не нужны, это вопрос второй. То есть это не
такая не единичная, не локальная операция. Это многолетняя практика китайского правительства, которое во многом не утратило никакого контроля над экономикой, в отличие от России. Это многолетняя практика демонстрировать рост тогда, когда фактически для этого нет никаких оснований. Безусловно, 20 лет роста с темпом там, от 7 до 10% ежегодно, ну, так не бывает, так невозможно. Ну, да, учитывая, что рост был с очень низкой базы, может быть. Но сейчас, к сожалению, основные факторы, обеспечивавшие вот этот колоссальный рост, они исчерпаны. А факторы какие? Это перенос производства из США и Европы. Да, все, что можно было перенести, уже перенесли. Конкуренция с иностранными производителями за европейские, американские, российские и прочие рынки за счет низкой стоимости рабочей силы тоже практически исчерпана. Да? То есть сейчас чисто демографически на территории Китая уже возникает дефицит рабочей силы. И, соответственно, рабочая сила становится дороже и дороже. И преимущество по сравнению, допустим, с той же Россией или там, тем же Вьетнамом и так далее, оно утрачивается. То есть факторы, обеспечивавшие колоссальный рост, постепенно исчерпываются. Да, и, соответственно, накапливаются проблемы вот этого роста. Перерастут ли эти проблемы, возвращаясь к вашему вопросу, перерастут ли эти проблемы в попытку устроить внешний конфликт вооруженный в отношении России? Трудно сказать. Понимаете, в конце 60-х, когда Советский Союз вынужден был воевать, по сути, с Китаем, между Советским Союзом и Китаем практически не было никаких экономических взаимосвязей. Да, то есть отношения были почти на нуле. В первую очередь экономические отношения. Сейчас при том объеме экономических отношений, которые есть, устраивать вооруженные конфликты гораздо сложнее. Да, возможно, эти конфликты произойдут на каком-то другом направлении, которое не столь важно для китайской экономики. Хотел возразить. Хотел вас направить на древний китайский трактат «Сунь-цзы. Искусство войны», где написано, что китаец никогда первым нападать не должен. Он должен прятаться, выжидать и использовать силу врага против него самого. То есть это китайский менталитет – никогда никакой агрессии первым не проявлять. Какую войну китайцы выиграли, вы вспомните из истории? Хоть одну войну они выиграли? Нет. Они сидят, выжидают 1001 китайское предупреждение, потому что один американский флот, Трамп подогнал 7-й флот к южно-китайским этим островам. Китайцы сейчас тоже там говорят, что у них мощная ракета, они сейчас весь авианосец американский потопят. Но это опять же блеф, потому что китаец по менталитету сам первый никогда не нападет. И можно еще вопрос по экономике. Вот про Китай говорят, что там есть такое известное противоречие, это, как марксисты говорят, между базисом и надстройкой. Что такое надстройка? Это коммунистическая партия Китая. Что такое базис? Это дикий безбашенный рынок, который, благодаря которому Китай мог подняться из крайней нищеты. И вот, и говорят, что есть противоречие, ну, вы и сами, наверное, об этом догадываетесь, между командным стилем, командным исполнением вообще этих директив Коммунистической партии Китая и самим состоянием рыночных отношений. И многие западные политологи указывают, что здесь вот как раз зарыт тот динамит, который может разнести всю эту экономику. Согласны ли вы с таким утверждением? Согласен, потому что в Китае создали институт имени Горбачева,
который изучает наши проблемы. И они очень боятся судьбы Горбачева, чтобы они не повторили нашу перестройку, которая печально у нас закончилась катаклизмом. И китайцы в этом смысле, они большие прагматики, и никакие они, коммунисты они просто по названию. На самом деле они уже капиталисты, у них есть и феодальный сектор, уклад древний, и конфуцианская менталитет по менеджменту, это тысячелетние традиции, человек номер один сверху, рядом его элита, и все подчиняются как один этому первому человеку. То есть мы тоже в Татарстане, в России у нас модель Золотой Орды до сих пор продолжает работать, потому что мы ее взяли, у нас тоже есть человек номер один, вокруг которого есть свои элиты, мы все смотрим, что он скажет. Китай работает в этой же модели. Вечерний Казань, Евгений Аксенов. У меня вопрос к экономистам. Пару недель в Чувашии был большой скандал, когда народ местный выступил против строительства там китайского завода по производству молока и животноводческого комплекса в Чувашии. И мы сделали запрос в агентство инвестиционного развития. Нам ответили, что они плохо там договариваются с китайцами, мы лучше договоримся, мы готовы их принять. Но никакой конкретики, никаких переговоров, видимо, не было. И вот в этой связи вопрос. У нас НИАС Хисметов несколько лет уже пытается продвинуть большой проект на 100 гектарах земли в Лаежском районе по переработки зерна, но пока это все туго идет. Чего боятся в Чувашии, чего боимся мы? Вот вы сказали, что придут правильно, сегодня китайцы, в два раза время. Будет, завтра в 10 раз. Что увезут они лапки гусиные, выпьют наше молоко, или все сюда заселятся и будет чайный таун. Спасибо. Ну, это вопрос консервативного мышления наших руководителей в первую очередь, потому что да, страхи существуют. Китай нас не только численностью может задавить, но и теми технологиями, которыми они владеют сегодня. Они сделали очень мудрый ход, свою перестройку, они начали раньше нас. Вспомним 1979 год, Дэн Сяопин, но они повторили ленинский НЭП. Они ничего нового не придумали. То есть то, что Ленин сделал в 1921 году, они повторили, у них все получилось. Но они очень внимательно читали Маркса. Маркс писал в «Капитале», первоначальное накопление связано не с тяжелой индустрией, а с мануфактурой, легкой промышленностью. И они сделали текстильную революцию. То есть они первый шаг накопили оборотный капитал, он самый ликвидный. А потом уже они зашли на мировую фабрику, начали скупать заводы, копировать, воровать и прочее. Сейчас они вышли на третий уровень – модернизация, инновации. У них есть Шэньчжэнь, город рядом с Гонконгом, это сказка, это их Иннополис, но это просто сказка. Вот то, что у меня брат старший съездил, вернулся, он в шоке. Там суперкомпьютеры, там искусственный интеллект, там уже идет и квантовый компьютер, все это разрабатывается, квантовая криптография и так далее, спутники военные, уже оснащенные квантовой связью. То есть мы отстаем опять. Поэтому, когда что-то китаец нам предлагает на муниципальном уровне, конечно, страх существует. В этом смысле руководство Татарстана действительно очень сильные позиции занимает, вот надо признаться, и не случайно Татарстан имеет 4 раза выше темпы роста, чем Россия. Мы 4,6 примерно у нас год идет темпы, а Россия 0,5, ну один это очень ценным фактором, очень большой вопрос. Скорее всего, Россия стоит, 5-й год уже стоит. Мы стоим, а Татарстан идет, мы развиваемся, у нас 4,6. В том числе с помощью и китайских инвестиций. Китайцы готовы к нам сюда зайти, и бояться их не нужно, просто нужно экспертные оценки хорошие, какие проекты они сюда пытаются затащить. Они уже грязные технологии пытаются нам сюда подсунуть. По продовольствию у них очень много химии там, мы это тоже знаем, это очень опасно. Молоко какое у них, это тоже надо посмотреть по качеству, что за молоко. Я был в Австрии, там молочные изделия великолепные. Что касается Китая, этого я не могу сказать. Они не случайно любят наше мороженое. Путин привез ящик мороженого последний раз, когда он был, не случайно, потому что молочка у них плохая, у нас лучше. Именно этого, наверное, в основном и боятся. Именно касательно сельскохозяйственных проектов, что после китайского, так скажем, землепользования землю уже даже рекультивировать, наверное, не удастся, потому что
используются чрезвычайно химически активные вещества в невероятных количествах, соответственно, отравляется все вокруг. Есть такие примеры на Дальнем Востоке, там тепличные хозяйства. То есть после китайцев это просто бросовые земли, соответственно, а у нас здесь при нашей плотности населения и при нашей плотности водных ресурсов это будет заражено все очень далеко и надолго. Поэтому промышленное производство, да, оно в данном случае как раз более-менее приемлемо, да, то есть там сборочный цех, он ничего особенного не отравит. А вот сельскохозяйственное производство, связанное с использованием земли, с переработкой сельхозпродукции, это, конечно, очень опасно, потому что очень грязные технологии они используют. Знаете, я хотел один момент еще задать вопрос или поговорить на эту тему. Уже коротко мы подходим к концу. 120 лет назад Россия построила Транссибирскую магистраль, часть которой проходила по территории Китая тогдашнего, КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога. Она была построена на условия концессии. То есть строилась русскими рабочими, строилась русскими материалами на бельгийские деньги, ну это не важно. Это была, скажем так, экстерриториальная территория, когда эта зона контролировалась Россией. То есть вот там, я сейчас не помню точно, 60 километров ли она, вот полоса или 30 километров. Это была, по сути, территория России. Там юрисдикция Цинского Китая не действовала. Появились города Харбин, Мукден, которые были, по сути, ну, опустевшие города, потому что это была администрация этой железной дороги. Шелковый путь. Та идея, которая сейчас продвигает Китай, которому необходимы независимые маршруты, независимость от 7-го флота США в том числе, который с юга перекрывает эти маршруты. Можно сказать, что это аналог КВЖД 120 лет спустя, развернутый на 180 градусов? Рустам забыл про БАМ. БАМ выше. То есть он идет параллельно КВЖД, и Брежнев, и Устинов, они правильное решение приняли. Это необходимость обороны, национальной безопасности страны. В случае захвата КВЖД, фактически КВЖД проходит вдоль границы, Амур по Амуру. Это Транссиб, не КВЖД. Да. КВЖД это... КВЖД южнее, но КВЖД на территории Китая строилось. Да. Мы это признаем, да, что мы их территорию как бы взяли и там построили. Но вопрос в другом, что китайский шелковый путь — это прекрасная идея. Она проходила вдоль Кабардино-Балкарии, Казахстан, то есть это юг, это Северный Кавказ. Я был там в прошлом году, с большим удовольствием все это видел. И там и носится идея, что этот путь надо возрождать. Мы за, потому что там балкарцы, наши родственники, и кумыки, и прочие. Поэтому связи у нас есть, и Хазария рядом, Хазары — это тоже астраханские татары, будем говорить. Поэтому по многим позициям, если мы завершаем, конечно, мы должны стоять с вами на позитивной ноте, на оптимистичной ноте, что мы с Китаем должны дружить, развиваться, сотрудничать. Воевать с ними не стоит, это просто самоубийство. Поэтому мы должны стоять четко на своих интересах и не уступать. Но при этом понимать, что у них тоже свои интересы есть, которые мы должны учитывать. КВЖД, надо иметь в виду, строилось практически в пустынной местности. Ну, голая степь, где практически никто не жил. И в этой ситуации экстерриториальность была... ни для кого не проблемой, потому что эта территория самими китайцами фактически не использовалась. Если речь вести о шелковом пути, который проходит по территории России, по территории европейской части России, то тут, конечно, не может идти речи ни о какой экстерриториальности серьезной, тем более, что ну, для России, наверное, будет бессмысленным строительство на своей территории транзитного пути, который будет под юрисдикцией другой страны, который, в общем, сможет самой России использоваться только частично, ограниченно.
Естественно, что «Шелковый путь» — это хороший проект, но, безусловно, этот проект должен быть с равноправным участием России и с возможностью использовать все его преимущества для даже внутрироссийских транзитных операций. Поэтому второй КВЖД, зеркально отраженный, быть не может, и я думаю, что не будет. Спасибо большое. На этом мы нашу передачу заканчиваем. И я хотел сказать несколько слов в конце. Возможно, как одна из тем будущих программ, Китай еще интересен с точки зрения организации общества. То, что пугают в СМИ на Западе, например, о китайском ограничении интернета, о социальном кредите, системе, когда каждый человек, гражданин Китая, в зависимости от его социального поведения, получает баллы, соответственно, доступ к образованию, к деньгам, к перевоспитанию на некоторых могут, если ты нелояльно себя показываешь. Но я хотел бы обратить вот на какое внимание. Китай — это демографически очень насыщенная территория. А когда у тебя на небольшой площади живет, сейчас будем, ну, официально китайцы миллиард себя называют, да, пускай будет так, сегодня на небольшой площади приходится регулировать, просто потому что такое количество людей на небольшой территории, их просто необходимо регулировать. Когда подобные вещи, ограничения интернета, социальные баллы вводят в странах, ну, подобных России, или собираются ввести, или планируют ввести, эта ситуация немножко другая, потому что здесь нет такой острой проблемы в организации общества, когда люди, ну, буквально в притирку друг к дружку живут. Да, и тут вопрос стоит, если для них это вопрос выживания отчасти и социальной стабильности, потому что они не могут себе позволить раздрая такого большого, то в нашем случае это, наверное, вопрос, вопрос сохранения власти. Вот. И, возможно, в одной из следующих передач мы как раз этой темы коснемся, потому что в Китае есть интересные проекты, которые описаны у Орла, например. Да? И, ну, на мой взгляд, для Китая это оправдано. Что-то оправдано, что-то нет с точки зрения нашей вестернизированной культуры, позиции, мнения, менталитета. Да? Ну вот, и на эту тему было бы в будущем интересно поговорить. Я надеюсь, наши эксперты тоже примут участие в этих дискуссиях. Большое спасибо.